Его символом стала окровавленная кувалда. Кувалда, которую в подвале ударом по голове убили его же наемника. Показательные казни, готовность бросать людей на смерть тысячами, огромные амбиции и стремление к власти. Все это о Евгении Пригожине. Никто не отступает. После этого следует расстрел. Как бывший повар Путина и глава частной военной компании «Вагнер» борется за власть? Собирается ли Пригожин сместить хозяина Кремля и возглавить Россию? И против кого завербованные зэки, которые сейчас воюют в Украине, могут повернуть свое оружие уже завтра? Смотрите в специальном репортаже ЧВК «Вагнер. Истинные цели руководителя армии российских наемников». Бывший зэк-уголовник, жаждущий всероссийского признания и рвущийся к самой верхушке власти, рядом с Путиным, а возможно и вместо Путина, Евгений Пригожин. До недавнего времени о нем знала лишь часть россиян, тех, кто интересовался ближайшим окружением российского президента. Бизнесмен, сколотивший состояние на коррупционных схемах, поставок продуктов школы, на ресторанном бизнесе и организации банкетов для высокопоставленных лиц из власти. В народе – повар Путина. Такой славы дерзкому и амбициозному Пригожину, похоже, оказалось мало, и он нашел способ заявить о себе не только стране, но и миру. И заявил благодаря войне в Украине. Вот этот вот человек командовал взятием Солидара, ЧВК «Вагнер», почему и откуда эффективность. Первое, много лет они воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Второе, у них есть самолеты, есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нету равным. И создал эту непревзойденную, воюющую на Донбассе частную военную компанию никто иной, как сам Пригожин. Он лично сочиняет байки о героизме и отваге своих бойцов. Ими, как и положено повару, щедро кормит уже весь российский народ. Особенно по вкусу его легенды пришлись разочарованным отсутствием значительных военных успехов в Украине со стороны годами воспеваемой второй армии мира. Тем более, что достижения у Пригожина не простые, а на самом сложном и горячем участке фронта – Бахмутском направлении. Вот, к примеру, еще одно доказательство взятия Солидара. Фото с вагнеровцами из якобы местной и якобы соляной шахты, сделанное неизвестно где и задолго до фактического занятия города. А вот хвалятся якобы взятием села Клещеевка. Является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Частная военная компания «Вагнер» – негосударственное вооруженное формирование. Существует с 2013 года. Впервые к участию в реальных боевых действиях привлечена в 2014 в Украине и в 2015 в Сирии. Уже тогда ЧВК связывали с именем Пригожина. Он все отрицал и даже судился с теми, кто осмеливался порочить его имя намеками о связях с армией убийц-наемников. Однако вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Пригожин признал причастность к созданию руководства ЧВК. Ведь понял, Вагнер может стать его проводником в мир большой политики и власти. Близкие отношения с Путиным дали ему карт-бланш. Пригожина беспрепятственно пускали вербовать свою частную армию тех, в чьей способности убивать он не сомневался. Зэков из российских колоний. Агитировал он их лично. Мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать. Вам нужны только штурмовики, и вы будете одними из них. Ставка на зэков сработала. В обмен на свободу, официальное помилование и большие деньги они ринулись в ряды пригожинских бойцов. И на войну в Украину. По данным американской разведки, с весны 2022 года Пригожин пополнил свою ЧВК 40 тысячами заключенных. Вскоре стараниями российского ТВ им стали петь комплиментарные оды, превознося выше регулярной профессиональной армии РФ. Они не отступают.
Ни при каких обстоятельствах никогда. Они не сдаются в плен. Они четко знают, зачем им две гранаты. При следовании за огневым валом во время Великой Отечественной войны были нормативные потери 15% от своего огня. Несмотря на это, они используют эту тактику. Их артиллеристы и их авиация работают фантастически. Это не какие-нибудь там тупые куски мяса. Особенные дифирамбы в честь руководителя ЧВК. Герой России, руководитель. Господин Пригожин, сам знаменитый Вагнер, господин Уткин. Фантастическая преданность делу. Понимание, кто с ними, ответственен за этих людей. И, конечно, почему за них ребята и готовы умереть? Потому что они с ними. То есть они с ними. Не вдали, они с ними. Зная Евгения Пригожина много лет, если бы не ЧВК Вагнер, было бы гораздо больше смертей, было бы гораздо больше мобилизованных. Такая усердная раскрутка на ТВ дала почти мгновенный результат. Популярность Пригожина в один момент стремительно взлетела. Кто такие Вагнера? Знают даже дед Вара. Не лукавишь, сказано честно. Это дяди из оркестра. И танцуют, и поют. Смело в бой они идут. И чтобы приготовленная как блюдо популярность не остывала, Пригожин, как искусный повар, щедро приправляет его своими новыми видео. Вот, к примеру, бравада в самолете, якобы над Бахмутом. Глава ЧВК вызывает на воздушную дуэль президента Украины. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваше возьмет... Если нет, идем до Днепра. На формирование своего героического образа глава ЧВК бросил немалые ресурсы. В первую очередь, собственную медиа-империю. Вот бизнес-империя — это не только ЧВК Вагнера, но и фабрика троллей знаменитая, да, и целый пул медиа-ресурсов. У него целая куча еще существует различных сайтов, да, которые создают такую как бы сетку. Плюс он активно платит как бы другим российским медиа за свой пиар. На волне популярности и тотальной поддержки среди российской ура-патриотической публики Пригожин пошел дальше. Вступил в практически открытый конфликт с Министерством обороны РФ. И обрушился праведным гневом на генералов российской армии за отсутствие военных успехов в Украине. Послание начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову шлет лично. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. И через своих наемников. Начальнику генерального штаба. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова, это пи***. Но за красивой упаковкой героизма и эффективности ЧВК «Вагнер» в боях и раздутой при помощи СМИ успешностью самого Пригожина таится опасная для его рейтинга правда. Вагнеровцы понесли на Донбассе колоссальные потери. Наемников без прикрытия бронетехники просто бросали на хорошо укрепленные позиции вооруженных сил Украины. Используя как пушечное мясо, они гибли тысячами. По их трупам буквально сразу шли новые вагнеровцы, волна за волной. Отказаться означало смерть, ведь сзади стояли заградотряды, расстреливавшие всех, кто пытался отступать. На кадрах, снятых дроном, видно, поля вокруг Солидара и Бахмута буквально устланы телами бойцов Пригожина. Они бездумно кидают в той самый напрямок, в те самые навіть кущи. Они бездумно бросают на то же направление в те же самые кущи следующих людей. Они идут теми же тропами и просто там умирают. Это настоящая мясорубка, и они людей не считают. Это зверство. И... Вони людей не рахуют. Я не знаю, это зверство. Раньше Россия проводила в другие страны трубопроводы, поставляла газ, нефть. Но Пригожин организовал другой бизнес –
трупа провод, так его уже называют в соцсетях. Для своей частной армии он вербует десятки тысяч заключенных из российских тюрем, отправляет их в Украину в самые горячие точки. После гибели наемники возвращаются на родину в черных мешках. К началу 2023 года в строю осталась лишь четвертая часть от завербованных зэков. Большинство погибли. На спутниковых снимках ноябрь прошлого года и январь нынешнего кладбище вагнеровцев в станице Бакинская Краснодарского края за несколько месяцев разрослось в 7 раз. Еще часть наемников были ранены, дезертировали, либо сдались в плен ВСУ. Давай начнем с позывных. Ханзол, китаец. Кто это такой Ханзол? Начальник наш. Чего начальник? Вот этого, всей вот этой вот кучки нашей. Ну, взвода, роты. Это просто кучка народу. Показывали, как что делать, и все, там за неделю ты ничему не обучишься. За отказ воевать – смерть, внесудебные казни, расстрелы на глазах у новоприбывших, трупы, сброшенные в окопы. Правду о том, какие методы применяют вагнеры к желающим покинуть поле боя и Украину, сейчас делится со следователями экс-наемник, которому удалось дезертировать и выехать за границу, в Норвегию. Убийство от своих же сотрудников, от службы безопасности Вагнера, осужденных. Тупые приказы, которые давало наше командование, бросая нас на мясо, на танки с автоматами. Отношения, оскорбления, избиения. Андрей Медведев в Вагнер пришел добровольно, подписал контракт, утверждает, что был командиром вот этого вагнеровца Евгения Нужина, о жестокой казни которого в ноябре 2022 года узнал весь мир. Его показательно убили ударом по голове, кувалдой, сняли экзекуцию на видео. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. Видео казни разлетелось по СМИ и в интернете. Ее главной целью стал посыл остальным бойцам Пригожина отбить даже мысль об отказе от службы, отступлении либо сдаче в плен. Казнь кувалдой произвела впечатление, и многие, конечно, предпочитают умереть под украинскими пулями, чем под кувалдой. У записи видео с показательной казнью была еще одна цель. Окровавленная кувалда стала символом ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина. Так он пытался добиться популярности среди приверженцев войны. И не только среди простых россиян, но и в политических кругах. Получив последователей и показав себя радикальнее и решительнее даже самого Путина. Ведь амбиции Пригожина, похоже, огромны. Его цель – получить существенный политический вес. И хотя пока о подобных планах глава ЧВК открыто не заявляет и даже отрицает намерение создать свою собственную партию, наверняка их вынашивает. Он пытается повысить свой статус, свое влияние и свою власть в Москве, показывая, что его сила – это сила, которой можно достичь успехов на поле боя. Он использует свои соцсети и медиаресурсы для критики. Критики пока еще не Путина, но они активно критикуют Министерство обороны. И действует Пригожин решительно, бьет по всем возможным политическим конкурентам. От его выпадов содрогается весь российский политикум. От мелкого регионального чиновника до зампреда совбеза РФ Дмитрия Медведева. Местным властям, которые отказываются оказывать почести на похоронах погибшим вагнеровцам, угрожает. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО. Подает в Генпрокуратуру и ФСБ заявление с просьбой проверить действия губернатора Санкт-Петербурга. Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Детали заявления не разглашаются. Депутатов Государственной Думы обвиняют в бездействии и демагогии.
Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ? Где радеющая за Россию ЛДПР? Я уже не говорю про партию Родина. Господ Говорунов, призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК Вагнера. А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинное служение Отечеству. Дерзит зампреду совбеза Дмитрию Медведеву, оценив его прогноз событий на 2023 год. Да, я ознакомлен с прогнозами и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место, но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. Набрасывается даже на путинскую администрацию, называя ее чиновников предателями. В администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли. И, конечно же, не обходит своим вниманием новые инициативы генерала Герасимова о дисциплине солдат и ежедневном бритье. Война – время активных и смелых, а не бритых. Покоривший умы россиян, Пригожин при поддержке Путина может создать свою политсилу и провести ее в Госдуму России на следующих выборах. Пригожин, скорее всего, претендует и проходит кастинг на роль политического лидера партии условно войны, она будет претендовать на представительство там в следующем парламенте. И для Путина важно, чтобы во главе такой партии стоял человек лояльный, а не какой-нибудь фанатик, который развернет эту партию против Кремля, против самого Путина. Критикой политических и военных элит Пригожин не ограничивается. Он уже вовсю примеряет на себя образ государственника. Не будучи еще кем-то и не имея никаких официальных должностей, забрасывает Госдуму законодательными инициативами, инициирует национализацию имущества российских олигархов для финансирования войны в Украине, требует запретить выезд чиновников и депутатов за границу на время войны, вести уголовную ответственность за дискредитацию участников боевых действий, в частности, его подопечных вагнеровцев, и закрыть YouTube в России и наказывать тех, кто продолжит им пользоваться через VPN. Его Вагнер-центр якобы работает на российскую оборонку, разрабатывает проекты для безопасности, но и такой бурной внутригосударственной деятельности Пригожину мало. Он обращается к различным международным организациям, пишет письма американским чиновникам и посылает в Европарламент окровавленную кувалду с логотипом Вагнера. Для продолжения своей раскрутки пиара Пригожину необходим Вагнер и его мифические победы на поле боя. Чтобы восполнить огромные потери, Пригожин снова пополняет ряды ЧВК заключенными. Теперь насильно. Мы получаем каждый день сообщение, Пригожин начал брать просто всех подряд, не спрашивая ни у кого даже и согласия. Вербует просто, ну, не спрашивая ни у кого разрешения, их уже увезли. У него есть потенциал, который я оцениваю еще в 100-150 тысяч. Потому что в российских тюрьмах до войны сидело 420 тысяч человек. Телевизионной российской публике в то же время повар Путина скармливает душевные кадры, как якобы провожает в мирную жизнь первую сотню зэков, отвоевавших в Украине полгода, предусмотренные контрактом. Деньги есть, медали есть. Адреналина выхлестнули столько. И завлекает новобранцев, намекая на бонусы, поступление в вузы после контракта и легкий путь в политику. Куда и сам отчаянно стремится, пуская в расход и используя для этой цели себе подобных. Евгений Пригожин сам дважды судим. Еще в 18 лет получил уголовный срок за воровство. Через 2 года уже угодил за решетку, приговорен к 13 годам колонии усиленного режима. Осужден за привлечение к проституции несовершеннолетних, за нападение на женщину для того, чтобы снять с нее золотые серьги, и за взломы и грабежи квартир. После освобождения в 90-х стал предпринимателем и позже доверенным лицом российского президента. Чтобы сейчас не позволить ему большего, окружение Путина уже начало давать отпор. Пригожина ударили его криминальным прошлым. Этот человек на видео представляется как Саша Курара. Пригожиным Евгением мы отбывали наказание. Так вот, Пригожин – это пи***ц в полном смысле этого слова. Пригожин – это обиженный, который имел свое место и знал свое место и согласился со своим местом. Тебя гнобили, как тебя били, теперь
А теперь ты что-то там пытаешься рулить? Это видео могло появиться в сети с подачи спецслужбы, либо даже самого Кремля, уверен бывший разведчик Сергей Жирнов. Он нажил себе столько врагов, сколько может нажить только очень глупый человек. То есть он, знаете как, у него состоялась история, когда он вдруг появился на всех экранах и всемирно, потому что о Пригожине говорит весь мир. Да, и ему это, в общем, ударило в голову. Пригожина пытаются лишить и репутации, и армии. Ставшую ненавистной военному российскому генералитету ЧВК «Вагнер» буквально утилизируют на фронте с подачи командования армии. Туда потянули резервы и завели под Бахмут кадровые части. Вагнеровцев бросают в атаку для выявления огневых позиций украинских войск. Они попадают под перекрестный огонь ВСУ и российской артиллерии. Что творится на этом участке фронта, известно из перехватов телефонных разговоров российских военных. Вообще, у них там вообще, наверное, жестко, блядь. Ну, конечно, они, блядь, половину из них закинут. Да, их тоже там, наверное, щелкают, пи***ть. Все, конечно. Там, блядь, наши нахуй не рассчитают, рядом положат. Вскоре противостояние может выйти на новый уровень, когда в борьбе за место под солнцем сойдутся с одной стороны амбициозный Пригожин, имеющий за плечами частную военную группировку и поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова с его силовым ресурсом, и с другой стороны нынешний российский генералитет, тоже обрастающий собственными частными армиями. Свою группировку «Патриот» уже создал министр обороны Сергей Шойгу. В РФ уже существует около 30 ЧВК. Как вы думаете, для чего? Это что, все нужно для войны с Украиной? Идите в армию, записывайтесь добровольцем или приходите по мобилизации. Нет, они уже поняли, что война с Украиной проиграна. Они готовят к следующей войне, она уже идет. Мафиозная война между различными вооруженными структурами за громадный передел собственности. Ведь ясно, что с поражением России в войне уходит путинская группировка, но в России же власть и собственность – это одно и то же. Сейчас в Кремле идет борьба за близость к российскому президенту. Это показали последние кадровые рокировки, когда Путин назначил командующим войсками на территории Украины генерала Герасимова, сняв с этой должности Сергея Суровикина, близкого к Пригожину, что отодвинуло того на второй план. Главу ЧВК и его наемников, похоже, просто использовали. Как, ну простите, такое? Одноразовую прокладку во время войны в Украине для того, чтобы как бы задержать, отодвинуть украинские войска, не допустить каких-то серьезных прорывов и дать время для создания каких-то ударных группировок. Второстепенная роль и снижение влияния тщеславного и почувствовавшего вкус славы Пригожина, бросившего на достижение своих амбициозных целей свои финансовые и медиаресурсы, устроит вряд ли. Сталкивание лбами конкурентов из ближайшего окружения выльется в серьезное противостояние. Опорой здесь для Пригожина станут все те же верные подданные – вагнеровцы из числа тех, кто выжил и вернулся к мирной жизни – в Россию. Среди таких выпускников Пригожина журналисты русской службы BBC опознали воровриц, девистов, наркоторговцев и убийц. Вот, к примеру, Александр Тютин был осужден за заказное убийство семьи из 4 человек, включая 2 детей. А это Дмитрий Корягин был осужден за убийство собственной бабушки, ветерана Второй мировой войны, убил ударом молотка по голове, чтобы унаследовать ее квартиру. Они и им подобные персонажи вернулись в российское общество как герои. Эти преступники будут теперь еще и прикрываться тем, что они своим статусом участникам боевых действий, своими медалями и тому подобным. И все это, да, будет вести к тому, что жизнь будет для простого человека, жизнь будет становиться опаснее. И не только для простого человека, но и для пригожинского врага. Ведь даже по истечению контракта и помилования вагнеровец негласно остается слугой своего хозяина. Не все снабжены такими кнопочными мобильными телефонами, по которым они не могут звонить там друзьям, знакомым там, или, не знаю, вызывать проституток. Они могут звонить, связь только с Вагнером,
И туда звонит Вагнер, они должны позвонить, и люди должны уехать. Уехать, выполнять любые поставленные задачи. Ведь приказы руководства и командования Вагнера, как показала история с казненным Нужиным, не обсуждаются. Криминал, по сути дела, давно правит страной. Сейчас просто это надо, так сказать, во всех сферах показать, что главный герой нынешнего дня – это люди, совершающие как военные преступления, а так и до этого совершавшие общеуголовные, причем самые жестокие. Преступность окончательно стала властью. А это откат в далекое и сумрачное прошлое. Россия может снова погрузиться в бандитские 90-е. Хаос, разброд и шатание, все это будет усиливаться, и все. Ну, то есть будет усиливаться градус, будет расти градус насилия в целом, в обществе. Это то, что называется шаг к гражданской войне. Путин так рискует дестабилизацией общества, да, это означает, что у него буквально все поставлено на карту с этой войной, и он уже, в принципе, ну, как бы не о будущем, в общем, там никто не думает. О том, что будет когда-то, и как там это все потом будет утрясаться в обществе, это никого не волнует, то есть сейчас буквально действительно там вся страна бросается в топку вот амбиций Путина. И решит исход этой битвы за власть после Путина результат междоусобных войн, в которые окажутся втянуты политические и влиятельные кланы. А точнее, грубая сила, их личный, безотказный, наемный силовой ресурс. Так как Путин, в общем, по большому счету обречен, это надо понимать, то что-то будет происходить за его спиной. Вот эти частные армии будут инструментом дележа, инструментом распри. Я не исключаю, что вообще не будет никакого центрального правительства какое-то время, а будут какие-то фрагментарные части страны, с вооруженными частными армиями во главе. Борьба за власть в России, подковерная, коварная и довольно жестокая, уже началась. И личности, нарастившие политическое влияние благодаря войне в Украине, готовы бросить все свои ресурсы для удержания нынешней власти и для получения еще большей, то есть достижения самой верхушки государственной власти, пусть даже незаконными способами и преступными методами, видя лишь цели, не видя препятствий, именно так они предрешили судьбу и избрали путь России, путь, ведущий к анархии. Максим Урлапов, специальный репортаж.